Здорово, народ, канал Solar Fox. Сегодня выдвигаемся на домашний водоем, река Десна, Подмосковье, микрорайон 9-го. Будем пробовать ловить на удочку. Взял с собой еще доночку, поставлю под перекатик, посмотрим. Прикормка своя, домашняя. Насадка, опарыш, мотыль и червяк. Посмотрим, что из этого получится. Цель это у меня голаврик. Очень-очень интересно. Речка интересная, извилистая, очень много интересных мест. Хочется попробовать. Приметил я в том году. Вот ходил на разведку много-много раз. Но кроме плотвы там особо ничего не попадалось. Одна плотвичка, это в проводку ловил. Надеюсь, что-нибудь да поймаем. Все. Удачи, погнали. Такое местечко выбрал, очень интересно. Травка, течение, обраточка. Посмотрим, что будет. Поставил доночку. Место почистили, кстати говоря. Вот здесь вот была трава, значит, здесь кто-то ловит. Ветки порезали. Это очень-очень интересно и хорошо. Рыба играется. Время у нас 6-го, 35 минут 6-го. Посмотрим, что будет.
народ, поменял я место ловли. Было на старом месте ловли 4 поклевки, все на донку. 2 поклевки было на поплавочке, ничего толком не получилось. Кормил. И так ничего и не поймал. Ну, не сдаюсь, сейчас попробовал, перешел на другое место ловли. Я его тоже приметил, другую точку сейчас посмотрю, поплавочку убрал. Обрыв сейчас был у меня нехороший, то ли что-то на дне тяжелое, то ли камни, то ли трава глухой. Оборвать оборвал, сложился, сейчас вот поставлю на доночку, попробую. Буквально полчасика, если нет, тогда в принципе пойду еще ниже пробую. Непосредственно около 9-го, или 9-ское правильно, как будет в населенном пункте, попробую там, и тогда уже буду выдвигаться домой. Это уже, наверное, 4-й выход в этом году на Десну, и все сухо, ничего поймать не могу, не сдаюсь, будем делать работу над ошибками, смотреть, пробовать, ловить, все равно подберем ключики к этой речке. Просидел я на старом месте где-то, наверное, с полчаса, на минут 40, видел еще несколько поклевок резких, активных. В итоге решил собраться и идти в сторону дома. Сейчас попробую сходить на домашний водоем. Это небольшой прудик возле за поселком Знамя Октября. Попробую удачу там. Ну так вот, касательно Десны. На Десне рыба есть, и она хорошая. Сегодня я насмотрелся очень-очень много выходов. Головля, щупаков, которые прям неистово гоняли мелочь, плотву, клейку, как она россыпь вылетала на кувшинки. Потом с этих кувшинок пыталась слезть. И выход закончился ровно в 7 часов. Время сейчас 9. В 7 часов прям ровно, как отсекло, и все. Перестал гонять. Ушел, как я понял, в тень, на дно. Для отдыха, для переваривания того, что было наедено. Есть вариант вернуться сюда со спиннингом попробовать. Ну да ладно, это на следующий выпуск оставим. Посмотрим. Время провел хорошо. Несмотря на то, что ничего не поймал, увидел поклевки, увидел рыбу, отдохнул. Все, всем удачи, всего самого наилучшего. Спасибо за просмотр. Пока-пока.